В общем, по-другому скажу. Представьте себе самая такая... Шуза, что с тобой? Интересно, гости сегодняшнего праздника Жека, Толя, Витя, Серега, Саша, давай, друзья! И Саня на музыку. Нам было безумно приятно, что мы обыграли все страны, а там, понимаете, там они уже есть, некоторые играют, есть свои фавориты, и команды были очень сильные, то есть это не... Но мы так хотели выиграть, поэтому нам это удалось. На самом деле очень тяжело просто для команды выехать на такую игру. Это, конечно же, достаточно затратно, но благодаря нашему руководству и людям, которые нам всегда помогают, это Игорь Сергеевич Дятлов, Геннадий Борисович Николенко. То есть благодаря им состоялась вообще эта поездка, а мы уже не ударили в грязь лицом, и теперь о Николаеве знают и там. Да, можете говорить, но не поверяйтесь. Пацаны, общение друг с другом, мне желательно пытаться такого. Хочу там поискать. У нас постоянно идут занятия по мастерству актера. У нас проходят фестивали, где наши актеры участвуют и обязательно просматривают все спектакли. У нас идут занятия, и мы нанимаем специалистов, которые работают с актерами, с драматическими, по вокалу и по пластике. Вот. Поэтому вот эти все компоненты, которые составляют актерскую профессию, вряд ли они где-то могли получить, а у нас они получат. Поэтому я думаю, что, во-первых, они как драматические актеры себя смогут реализовать, а во-вторых, не бросая свое занятие вот таким вот, такой формой, как КВН, вот, они могут достичь более весомых результатов. Команде в этом году исполнится 5 лет, и на каком-то этапе с руководителем команды «Легко и просто» Щетининой Галиной Юрьевной, когда мы сидели, думали, каким же образом дальше должна развиваться команда. Вроде все возможное, что можно было выиграть, уже выиграли. Заниматься повторением не особо хотелось. И вот на одной из таких встреч, на которой присутствовал и руководитель нашего русского драматического театра Кравченко Николай Антонович, вот такая родилась совместная идея. Вожу в толпе людей. Выхожу сюда, вот, если это город Николай, выходит, да, там, в сцене и у толпы. А кто-то решил, что он звезда. Что такое, да, КВНчик? Это же своего рода актер. Вас мы уже знаем. Вот мы посмотрим, чему вы научили детей.